Одну легендарную карту получил. А самое удивительное, что я только сейчас увидел, ребят, что у меня отключился микрофон. Да, поздороваюсь еще раз. Всем привет, дорогие друзья. Хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть растения против зомби герои. Как ты понял, мы получили с тобой 7 паков. Только что открыли их и получили, в принципе, неплохую легендарную карту, ребята. Это зомби акула. Прокачиваемся за счет уничтожения вражеских растений. Ну что же, мы с тобой перелетаем. Сезон начинаем с алмазного лиги 30-го ранга. Вперед. Но поиграть у меня сейчас не получится, потому что мне нужно опять идти и переключать язык. Так. Выиграйте зверским зомби-героем и замораживать зомби. Конечно, что уже этот баг в конце концов тебе понравился. Если честно. Так, ребят, ну что, поехали. Начнем потихонечку. Возьмем пока розу. Пока начну за розу. Дальше посмотрим. Хотелось бы мне, конечно, еще немножко лозу. Это у нас бесенок. Сразу дают какой-то. Да ее просто мах. Ну что начинается-то вот это вот, а? Друзья, ну что это начинается? Офигенное начало. Так, он молчит, и я молчу. Oh!
Наверное, еще горбинка, да, сейчас уйдет?
отлично у него, если честно. Гаргантюаши просто. А прикинь, мы могли бы уничтожить, либо этих откидывателей могил, например, или заморочить. Ну, против этого, конечно, сложно играть, который появляется и всех гаргантюа с собой забирает. Это да, это прям, ну, бесело, честно говоря, гаргантюа. И все. Там ты уже ничего не сделаешь. Грубее вообще никак. Нет у нее такой способности. Так, против этого хмельнышка, конечно, немножко сложно, потому что играет на него. Что? Он играет в основном. Через телепорт. Вообще не нужен сейчас. Вообще не нужен мне это сейчас. У меня в руке чмоха полная. Все-таки не удивляюсь. А, отключил. Собирается превратить гаргантюа. Девять энергии не зря он себе оставил, да? Ha ha ha!
еще берет три закрытия. Мне от этого не легче, ребят. Как-то вот вообще не в тему, если честно, вот эта паразита под прям вообще не ясно. Я уже заклинание сказал. Ну, сейчас посмотрю, что-то больно. Раз. Даже. А вот здесь вот хорошо. А вот здесь, ребята, хорошо. Но, хочу заметить. Ну, 5 энергии, что? Тоже такой веселый парень, я вам скажу. Ну, ядрен, матрен. Знаешь, он веселый? Если у него сейчас будет... А он будет, ребят, на заморозках работать 100%. И самый веселый, это который в надгробиях прячется, эти зомби замораживающие. Вот это вот самый, блин, веселый. Либо на животных. Вариантов не так много. А на сундук кого поставишь? Никого. Странно, ладно, сундук. Пока нет, пока я никаких идей не могу. Может быть, чисто какая-то сундук.
Может быть, надо было пропустить удар. Он отнимает одну жизнь, по-моему, да? А, нет, он отнимает здоровье. Сейчас не выдержу. Радуется как бы особо сильно. Давай вот это. Как так? Курица. Включи его. Я такого не любят на прокачке, когда все делают, да? Заморозчик, 100%. Потому что здесь будет заморозчик.
блок-то будет срабатывать сегодня или нет? Еще один. Надо хиляться, скорее всего. На перемещениях в основном будет работать и над грубе. Может еще вот так сумочки вызывать. Поэтому подставлять его. Я, наверное, сделаю вот так. Возможно, этот урон пускай наносит единичку. Мне не жалко, я залечусь потом. Так, кто следующий будет? У него будет на воде зубик или нет? Я потому что собираюсь на воду поставить вот это. Он не даст нормально, да? Он не даст нормально нам пожужжать. Я надеюсь, ландшафта у тебя не будет, парень. Вот перемещение у него будет, это точно. Или же я. Я не знаю, как карта лежит. Опять, как везет, блин, как утопленнику, друзья. Ну, ну что? Thank you.
чему. Даже так. Горчички. Выкопал же откуда, ребят, с каких-то, блин, трущоб непонятных. Так что... Ой, темно. Если, конечно... этого термометра не уничтожаем, мы не подозреваем. В общем, все это было не зря.